Российское правительство обсуждает повышение налога с 13 до 20%. Как вы к этому относитесь? 30%. Доживем, посмотрим. Пока это только разговоры. Ну, супруг у меня предприниматель, конечно. Я думаю, что мы не очень будем довольны повышением этим налогом. Это очень много. Чем меньше налог, тем у человека больше будет денег. Чем у человека будет больше денег, то тем больше будет покупательноспособность. Повышается покупательноспособность, начинает работать предприятие, которое производит. Это логика. Ну, куда повышать? Мне кажется, в жизни и так нам всем не сладко от того, что есть. А делать процент еще больше, это что же вообще, что ли? Как альтернативу рассматривают введение прогрессивной шкалы налога? На ваш взгляд, лучше плоская или прогрессивная? А я считаю, что лучше прогрессивная. Лучше плоская, конечно. То есть 20 для всех? Конечно. А почему вы так думаете? Потому что стабильность, это будет за стабильность. Если будет прогрессивная, кому-то ниже будет конфликты возникать из-за этого. Ну, то есть у людей, которых там 10 тысяч зарплат, у них будет 20%, да? И у людей, которых там 300 тысяч. Если зарплаты будут адекватные, соответственно, пусть будет плоской. Но если зарплаты не будут соответствовать этим налогам, которые собираются ввести, то, соответственно, и смысла никакого нету. Будет возникать конфликт. Ну, я думаю, если прогрессивное правильно будет составлено, то это лучше. Ну, потому что это не позволяет концентрироваться доходом, сверхдоходом у сверхбогатых людей и дает дополнительные социальные защиты для незащищенных слоев населения. У кого доходы большие, с тех надо брать больше налог. А с простых-то что брать? И так зарплата крошечная. У дочери две академии с отличием, а получает 25 на руки никогда. 7 тысяч на руки, остальные в конверте. И когда по радио говорят, что не берите, не работайте, так все, вы же знаете, что нигде чистой зарплаты нет. Это все знают и закрывают на это глаза. Вот вы не работаете. Ну а где же? Ей ребенка надо кормить. Ну пока этот вопрос не решен, поэтому трудно его обсуждать. И от кого будет зависеть, какой налог будет у того или иного лица. На ваш взгляд, какой процент был бы справедливым? Да 10. Такой же, как есть. По-моему, в 2010 году, что ли, были до повышения пенсионного фонда и общий процент налоговой ставки, вот, зарплаты. Вот тогда было хорошо. Я вот не помню, какой там процент был, но общий сейчас был, по-моему, 38, что ли, стал, а вот до этого был меньше. Ну, не берусь считать, мне кажется, это специалисты должны оценивать, исходя из экономических реалий. Ну, 13% это справедливо, на ваш взгляд? Или 20? Да нет, 20, по-моему, если очень большие доходы, то, конечно, надо побольше. Ну, как вот во Франции. Чего к нам прибежал этот Депардье? Вот вам наглядный пример. Сбежал оттуда, чтобы у нас поменьше платить. Вот тут бы на него и наложили. Нечего бегать. Ну, я считаю, то, что сейчас есть, вон, это, ну, как бы нормально для российской действительности. И что-то повышать – это просто очередное закручивание каких-то, ну, гаек, да, свобод граждан, и это очередной удар по карману населения. На мой взгляд, как обывателя, чем меньше, тем лучше. Поэтому, а как это выгодно для государства, как чтобы государство жило? Нам же еще нужно бороться с внешним окружением, на это деньги нужны. Нас все не любят, но... По оценкам Минэкономразвития, Минфина, к 2017 году, в принципе, резервный фонд может закончиться. Здесь никто не знает, что будет с курсом доллара и с ценами на нефть уже завтра. Все, нам говорили, что чуть ли не 25 долларов будет нефть, она сейчас выросла до 45. Я думаю, нет таких грамотных людей ни у нас, ни в мире, которые точно могут сказать. Поэтому наш Минфин еще меньше знает, чем все остальные. То есть вы ожидаете все-таки повышения налога, причем серьезное повышение налога? Я ничего не ожидаю, я просто то, что будет завтра, то и примем.